Собака? Ты чё, гонишь, что ли? Собака! Я вообще не смотрел по сторонам, а тут резко собака. Смотри, я на красную штучку залез, смотри. Вот, видал? Вот это я припарковался, пацаны. Ты вакцину умеешь выдавать, мопс? Нет, я хочу кататься на красной бибике и делать искусственное дыхание нос в рот. А, так все, вы можете идти. Мопс, моя собака, стоять! Феликс, куда ты пошел? Феликс, нет! Опа! Вызов принят! Куда летим? Как его поднимать, скажешь мне? Я не знаю. Я тоже. Вставай, чё разлёгся? Так, нам нужна помощь, как его вылечить? У меня вопрос, я собака разговариваю. Вам таблеточку можно? Желательно. Кто сказал мне взять таблетки вместо шприцов? Я-то во всё. Да, реанимировать. Ты зачем? Ты что скушал? Я какой-то пакет вы мне дали. У меня нос в моей жопе, зачем? Ветеринара срочно нужно. И пришлось, конечно, тут много. Мы размножаемся, брат. Братан, прикинь. Феник, поднимите. Что случилось у вас? Че за суетная движуха ряд? Вот его тоже. Ой, второй упал. Он тоже упал. Ну его поднимем. Ну, блин, прикинь, вставай. Даже собак обучают, спасибо. Конечно, мы... А почему у тебя три лапы? Нормальные у меня лапы, как у тебя. И снова лежачий голый мужчина. Чё ты упал здесь? Оп-оп, встаём. Спасибо большое. Сейчас всех вылечим. Весь штат. Вставайте, мужчины. Вы будете жить. Вам еще кому-то нужно выздороветь? Вот тебя машина придавила, что ли? Это я алкаш или ты пес? Да вроде и то совпадает. Понял, спасибо. Медики летят! Какие-то шумахеры здесь. Что вы так неаккуратно-то по дороге-то бегаете? Спасибо. И прошло эти минуты просто. Беги, тебя снесут сейчас, хватит. Не бей его. Вот это милый песик разговаривает. Деда, ты видел? Это что, это пес, который спасает людей, этот самый? Я медицинский пёпс сегодня. Понял. Поставь меточку, пожалуйста, ближнюю. Поставь меточку, куда ты уезжаешь? А, у меня заказ. Какой заказ? Поставь метку. Там люди умирают, ты чё? Встаём, аккуратнее в следующий раз. А чё, это щенячий патруль? Да, щенячий патруль, реально. Подписка на канал. Вот это вы меня далеко, конечно, позвали, мужики. Доктор, ну извините, что-то плохо ему, а сам я его не могу поднять. Фух, я успел. О, хорошо. Спасибо, док. Опять ты на своей собаке? Конечно. Ха. Здравствуйте, целебная моча мопса. Спасибо. Все, главное, помойте лицо после меня. Хорошо, до свидания. Давай, крошка. О, спасибо. Да не за что. Надеюсь, больше не буду из лобового вылетать. Я тоже надеюсь. Встаем. Встаем! Ну, пошли, просто познакомимся с друзьями моими. Странно, что ты лежишь, а у тебя есть друзья. А ну-ка, мопс, руку поднял. Но, Карлос. Эй, не надо, приспусти коней. Что-то тебя перекрутило. Ты куда кидали, достаешь? Кому медик нужен, пацаны? Так, мне сейчас работка придет. Волосатые мужики, котики, а еще крутой РП ждет тебя на Маджестике Ролеплей. Залетай сюда с головой. Вот как он сейчас. Все, что нужно тебе, это пройти по ссылке в описании, качать ваучер и зарегистрироваться. И чтобы твой старт был довольно быстрый, по промокоду LAMBA ты получишь 20 тысяч игровой валюты и 7 дней платины VIP. Чувствуешь, да, это богатство? Маджестик, сервер номер 5, ссылка в описании. Радуйте, я устал их спасать, они дохнут постоянно. Да не спасай их, на дамбу вывози. Так нельзя, мы зачем здесь с вами нужны? Песик, вам нормально разговаривать? Да вроде это, да. Да чё ты до собаки докопалась? Не надо меня закапывать. Мопс, я вчера съел такого. Погоди, я слышал, мопсы хрюкают, ты хрюкать умеешь? Покажи как. Бля. Ну ты первый. Ну это свиньи какие-то уже. Не, ну мопсы хрюкают. Ну покажи. Я хочу стать псиной. Займи денег у друга и не возвращай, будешь псиной. Когда вы в кустах здесь отдыхаете, конечно. О, мопс. А как ты здесь умер? Я тебя поглажу. Стою в кустах, мне говорят, что ты тут стреляешь? Я говорю, я просто стоял. Что? Ёль, можно с тобой фотографии, брат? Фотография в альбоме. Кто это говорит? Я. Ладно, я понял. Вот там вот на скале чел упал, я приехал на заказ и поднял его. А, понял. То есть в таком виде, да? В каком? Ну, в собачьем. Да и у вас прическа так себе. Ну ладно. Нормальный у меня вид.
как родился, такое и есть. Что поделать? Вообще никого не смущает говорящая собака. Че, ты достаешь до всего там до педали? Да, нормально, у меня длинная. Ты даже машину водить умеешь. А еще быстро уезжать. Спасибо большое, неплохо вы глядите. Да я вообще подкачался недавно. А вот Санька не выдает, не выдает. Я так-то, между прочим, славлюсь своей экспресс мопс. Зовут меня. 813. 571-811. Встаем! Встаем! Собакин, че? Вы популярный, я вас знаю, я ваш фанатик. Дратите! О, меня собака? Окружили. Ты тоже собака? А почему ты длинная? Че, ты хочешь целоваться? Нет, обняться, брат. Ну вот этот хочет целоваться, смотри. Мопсик с мопсиком. Куда суешь деньги? Вытаскивай оттуда. Мопс, что-то ты долго едешь, не могу. Нормально, понять, я приехал. Мопс, стой! О, мопс, балкой. Стой! На! Мопса сбили, маленький мой. Там, подождите, мужчина лежит. Я медик. Я медик. Во. Пёсик. Пёсик. А как так? Слышь? Чё, откис? Мужик, ну ты чё выпал-то? Давай, рыжий. Живи собака. Как солнышко. Ой, какая хорошая. Да ты тоже такой солнечный. Ну, Тима, какая хорошенькая. Ладно, собака, я поехал дальше. Спасибо тебе. Недалеко уехал. Мистер чё? Пёс, здравствуйте. Чё вы валяетесь? Вы так на не подбирали, слушайте. Как вы так упали-то? Они из ЭДМ отлетят, забей. Стоп, это что такое? Собака? Собак не видели, что ли? Видели, видели. Говорящих особенно видели. Стой, стой, подожди. Меня накрыло или нет? Да нет, ты вот зайди в здание, тебя накроют. Всё, под крышей теперь. Пес, пес, работаем. У меня слюни лечебные, если что. Вытри лицо. А, Энди Ломбард, приятно вас видеть. О чем это вы так занимаетесь? Вас чуть-чуть скрутило наверх. А я у вас этот, шприцы беру, сейчас людей пойду лечить. Тоже будете делать этих собак? А, ну, можно, конечно, но нет. А, ну тогда отправьте сначала в FIB, там разницы не заметят даже. Надеюсь, а тебя после этого не посадят после этого. Я медицинский мопс. Кто-то вылетел. Или с моста? Вы с моста упали, что ли? Нет, я проиграл в казино и спрыгнул. А как мне... мопс? Теперь вы в раю с мопсами после прыжка. Я был бы в раю, если у меня деньги были бы. Ну, это не ко мне. Я только буду слюнявым и пукать в вашей жизни из-за того, что вы спрыгнули. Спасибо большое вам, мопс. Вам сколько лет? Ну, 47. Ой-ой-ой. А как вы устроились в больницу, будучи мопсом? Ну, вот так. Сейчас собьют нас, подожди. Дотягиваешься до педали? Конечно. У меня... Анти, прыгай. Куда прыгать? Я работаю. Кем ты работаешь? Ты пес. Сам ты пес. Ребят, что мне делать? Меня... Я сейчас в такой дискуссии. Я типа с крыши спрыгнул. Меня мопс спас. Че ты пес? Я не... А че ты? Человечек. Ошейник у тебя зачетный. И всю жизнь будешь какать стоя. А ты думаешь, я и так это не делаю? Ну, не знаю. Так, мужики, встаем все. Все встаем. Я пошел. Тулинг. Это для меня. Аути-путишка. Спасибо большое. Встаем, мужики. Я нечаянно вашего попал. Вставай. Спасибо, пес. Ой, да вы как парочка выглядите. Да ты шо? Это шо за? Пушистый мопс. Что и так? Мой медицинский день завершен. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Какой кыс-кыс? Я попс. Аккуратнее на поворотах. Все, медицинские мои друзья, я пошел. Я же говорю, у нас походу газ пошел, вентиляцию. Да это я пукну. Что ты на меня показываешь? Собака. Собака. Давай гонку. Собака. Чё обзываешься? В гонку давай. Ну вот смотри, здесь стартуем. И получается вон Мейсбанк впереди вроде. Туды? Ты можешь ехать уже. Как ты стал собакой? Все мы на немного да, собаки. Нормально. Смотри, какой я милый зато. У тебя мама кто? Человек. А у меня мопс. Вот оттуда и корни, понял? Мы слюнявые фыркаем. Извиняюсь. Стоп, подожди, мопс за рулем. Стой, дайте поглажу, подожди. Остановочку. Вы не устали крутиться, мужики? Да я тебя поглажу, мопсик мой. Я тебе тоже дай поглажу, поехали. Подожди. Целоваться не очень с собаками, нет, вам не кажется? Обняться. У меня моча целебная, хочешь? А нет. Слушай, а я кот, а ты собака. Смотрите-ка. То есть я должен тебя сейчас кусать? Иди сюда. Сюда иди. Укушу за яйца. Ой, котики, здравствуйте. Ой, здравствуйте. Вот это котики, конечно. Мяу.
нормально кентом пахнешь. Я тебя лизну. Почему у тебя хвостик в виде какашки? Потому что жизнь гов... И он уехал сразу. Расстроился из-за правды жизни. Стой, стой, это ты на обезьянках приезжал в ферму? Вообще красавчик. Орангутанги. Вообще контентик хороший. Вот с обезьянками мне вообще понравилось. Мопсикс, мопсикс. О, не справился с управлением, прикинь. А для собак вещи не тут, нет? Вроде бы нет. А не подскажете, куда ехать? Ой, честно, не подскажу, новенький, новенький. Во, это сумка. Эту сумку мне муж купил. Те яйца под чего висят? Это твои. Я собака модная. Да, куда поедем? Опять сломался, не знаю. Мопсик ломается. От вашего... вашей красоты. Спасибо. Как вам мопс подкат? Прекрасно, замечательно. За ушком могу почесать. Я вам тоже. Спасибо. Ладно, поехал я слюну пускать на других. До свидания. Почему мопс какой-то сидит? Что это? Ваня. Розовый автомобиль сломался. Розовый. Почему? Собака! Я вообще не смотрел по сторонам, а тут резко собака. А сейчас смех узнал. Я не для этого приехал. В итоге сейчас будет смерть. Давай, гонщик. Давай, ты сможешь. Поддай газу. Просто поверь в себя. Ты Маквин. Я организовался. Давай, давай. Ты не собака, я собака. Это собака? Лучше. Ты что, гонишь? Да нет. Ты что, гонишь, что ли? Садись, поехали. Собака, ты что, упал? Да я упал, что-то меня сбило. Подожди, почему ты собака? А почему ты олень? Потому что... А у меня что, рога там есть? Ну да. Я просто мопсик. Вот так, смотри, еще могу. Опа! Ой! А можно тебя на руки попробовать взять? Бери. Поехали! У тебя яйца большие, брат. Тихо, тихо, не говори об этом. Ты как будто какой-то этот манекен. Держи. Чё ты дымом на меня рыгаешь? На! Алло, не трогай его. Ой, вы упали, мужчина. Кто хозяин мопса? Я хозяин. Он владеет, он сам себе хозяин. Я сам себе хозяин. Да. Мопс красивый, классный. Спасибо. Давай лапу. Какой хороший песик. Сам дрессировал. Я его встретил, это любовь с первого взгляда. А вы знали, что мопсы мало живут? Да не надо! Ну за что? Да, я люблю есть камушки. Спасибо. О, кстати, Патина, ты тут? Ой. Спасибо большое тебе. В следующий раз я носу тебе волток, понятно? Ты очень крутой, но ты до нас не достанешь, представляешь? Поспорим, достану. Ты чего? Я же ну-ка. Больше, чем ты. Ну-ка, смотри. Правых, левых лап забрался наверх, смотри. Хочешь, тебе руку подам, лапу? Нет, я сам. Вот точно. Там с другой стороны, смотри, там пониже, может там подсадишься, посмотри. Нет, я тут могу. Смог, смотри, я на красную штучку смеешь? Залез, смотри. Ты так сможешь? Вот, видал? Вот это я припарковался, пацаны. Я хочу тоже на красную штучку. У тебя не получится, ты не умеешь так. Я тебе переиграл, понятно? Но, научи мопс, пожалуйста. Нет, это волшебство, Винкс. Стоп, да, все. Мопс, ну ты капитальный красавчик вообще. Я вообще еще посередине могу держаться на одной лапе. Классненько, конечно же. Мопсы к тебе куда отвезти? Да меня не надо везти, у меня свой снегокот есть.